Приехали на место. Сейчас выгрузились, будем ставить. Вон Антоха пошел что-то городить там, какие-то пола. А ты вообще что будешь натягивать-то там? Взял у меня мачете, но я боюсь, как бы он себе что-нибудь не отрубил. Домой поедем лечить его. Поставил я свой чумик. Надо посмотреть, что там Антоха хочет сделать. Так. Это ниф-ниф построил, да? Мини-укрытие. А это там наф-наф. Крымских бомжей. Наф-наф, да? Крымских бомжей, ты уже крымчанином себя считаешь. Так, это что тут, полиэтилен? Какая плотность полиэтилена? А какая на помойке нашлась такая плотность? Камень один, камень номер два, да? Там, ну что, круто? Третий еще будет. Ага. Надо еще три. Камни, камни там, вот, перед там вот есть брод. Ну, найдем, да. Мы сходим сейчас на брод там и послушаем, как вода капает, течет. Надо еще. А как ты будешь ложиться-то? Ну, как? А ты поместишься? Да пометь. Нормально. Я на сиденье ночевал. А ты сидя будешь спать, да? Квадратного. Я часто сплю сидя. Да? Да, засыпаю, потом уже калачу. Ну ты крут. Да. Вот это, блин, конструкция. Я еще такую конструкцию нигде не видел никого. Вот кол посередине. Я эту конструкцию как? Собирал из бумаги. Ой, блин. Обычно я Ой, блин, я думаю, что ж такое? Это мины, это мины. Что ж такое? Да, братан, это мины. Враг не Ой. Пройдет. Вот, капец, я ставлю... Ой, звоняло. Да, классическую эту самую ставлю, классический домик. Вот, Ой. Ну, двухскатный. А вот такую я первый раз как бы просто. Антон, ну, я еще вечером подойду, потопчу здесь. Да, да, топчите, чтобы мне слаще спалось. Ну, нормально, блин. Да, вот палка посередине и три веревки, да? Да, да, да. Замечательно. Ну, то есть, единственное, надо было чуть пониже, тогда бы она была, ну, больше. Ну, так сделай. Ну, как сделал, так делал. Да. Ну, это мелочь. Это мелочь. А в качестве штурмового укрытия используется, ну, стандартный. Когда дождь ночью пойдет, прибежит. Прибежит. От дождя я поставлю штурмовое укрытие. А, у тебя еще есть штурмовое? Нет, ну, оно легко трансформируется. Вот, сейчас мы будем разжигать печечку, чтобы приготовить нам пожрать. Ладно, я сейчас... Еще мне фонари горят. Вот, что значит, дал человеку, блин, мачете, капец, блин. Вот, я не знаю, как тут можно сказать. Вот, засунул. Офигеть, засунул. В чехол, блин, вот так он должен засовываться. Я закончил. Вспомнил совет Григория, как фиксировать край целлофана. Вечером покажу маленький лайфхак. У меня теперь есть. Росомаха не боролась? Герой, а? Соколова. С тобой Росомаха не боролась? Нет. А ты с ней не боролась? Росомаха? Да. Где она? Ну, ты песню слушаешь? Нет. Богачество, банкир за растрату. Не там припарковал кобылу, заедешь на хату. Кукуруза не растет, растет цена на нее. Надпись на стене. Кровь на губах не просто.
когда глаза слепит тем, кто глазел, как дохла сталь. Страх выползал наружу, правда и сама забыл. Здесь боль только хуже, лучше лягут в пыль. Эй, бойцы! Мы живем в средней полосе, и мы не ценим многих вещей. И когда мы уезжаем и возвращаемся, мы начинаем ценить то, чего раньше не замечали. Например, вот у нас есть такая халява, как мы можем платить березовыми травами. В то время как... Весь нормальный мир, да? Да, вот в Крыму, например, береза вообще... Дует! Есть только, дует на говно! Только маленькие рощицы небольшие в горах, где есть береза. Или вот лепешками коровьими, которые да. Там у тебя лежит. Тоже, да, тоже можно. И потом вот когда интересно, когда возвращаешься уже в Ростовщине, начинает ближе к Воронежу, появляются вот такие рощицы березовые, но они такие еще такие неуверенные, маленькие такие какие-то худышки такие, в общем, тщедушные березки. И когда приезжаешь к нам, вот... Понимаешь, как классно, у нас есть много леса, много дров, много воды, то есть здесь без проблем, всегда можно найти воду. Да тут еда бегала вчера, вот там косуля бегала. Да здесь здорово, здесь а лисы тут у нас водятся обычно. Вот чуть дальше там есть кабаны вот на трассе туда, за Лопатино. Так, сейчас картошечки почистим, сварим. Здесь мука этих оладушков испечем. Оладушки будут с молоком. И вот черника. И еще черничный. Разные производители. И тушняк есть еще. Еды хватит на неделю. А тебе вообще чаю хватит, да? Мне кроме чая не хватит. Ты же выживальщик. Ты можешь прям нырнуть вот сюда вот. И бобра достать, да? Ну, наверное. А к бобрам пойдем в гости? А косулю догонишь там по кустам? Я немножко не в форме. Надо потренироваться. Ну, потренируешься он там. В горку забежишь пару раз, он в ту, блин. А где горка? А, ну да, ты же по горам-то бегаешь. Где тут горка-то? Ну да, я же забыл. Холмики какие-то невысокие. Точно, точно. Для нас горки. Он только приехал с Крыма там, бегал по горам. Не прошла шутка, да? Не проканала. Шумов не берется. Каких шумов? Ветер дует. А зачем звук? Выключилось что-то все. Картошку поставили.